Лапа Шурале, замок Аждахи, избушка татарских гномов и многое другое. В этом году в Татарстане откроется интерактивный парк по мотивам татарских сказок. Его построят на родине Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай. Закладка новой площадки сегодня прошла в резиденции Кыш-Бабая и Каркызы. Как будет выглядеть сказка под открытым небом, узнал Рамиль Галиулин. Будет огромный, сказочный, чудесный лес. Им жара не беда. Кыш-Баба и Каркызы принимают гостей не только зимой. А раз уж резиденция находится на родине Тукая в селе Новый Кырлай, здесь и герой произведений татарского писателя. Шурале, Баба-Яга и другие персонажи татарской классики устроили для школьников сказку под открытым небом. Ведь именно здесь уже в этом году появится новая интерактивная площадка «Лес чудес». И это же, посмотрите, вот входная группа, это будет такое большое интерактивное дерево. Парк по мотивам татарских сказок появится на живописном берегу Ие. Территорию более чем в 2 гектара превратят в благоустроенное место отдыха. Над проектом работают архитекторы из Казани. Поскольку сам парк интерактивный, мы рассчитываем на использование естественного ландшафта и рельефа, то, конечно же, оформление будет как в лесу чудес, то есть местными растениями. Я нарисую лес, как я его себе представляю. А сегодня здесь творческие мастер-классы, кукольные представления, уроки ландшафтного дизайна. И это еще не все. Любой желающий мог сложить сказочную тропинку из именных плиц, сделанных своими руками. Сегодня каждый участник интерактивной экскурсии мог оставить свой след в истории нового парка. Например, посадить вот такие деревья желаний, из которых появится настоящая живая аллея. Сегодня видела Шурале, Кыш-Баба, Суанаса, и мне это все понравилось. Одно дело рассказать, как бы, а тут уже своими глазами увидеть, все видеть. Как бы очень интересно. Скоро здесь появится Лапа Шурале, замок Аждахи, избушка татарских гномов и другие интерактивные площадки. Строительство обойдется в 100 миллионов рублей. Для посетителей новый парк раскроет свои двери в декабре. Рамиль Галиулин, Вадим Иларионов, ТНВ, Арский район.